плохого в Ревади, в этом плохом канале. И на плохом канале, наконец-то, Шойл мой, 1978 года рождения. И последствия, что я с ним сделал за это время. Я уже успел на нем где-то 3 с чем-то тысяч километров накатать, съездил в Беларусь, но об этом отдельное кино. А сегодня кино именно об этом мотоцикле, что я сделал и все такое с ним, да. А также не забываем о том, что я вам помогу привезти мотоцикл из Америки, Harley Davidson. Будете на нем ездить, получите ПТС, хотите на учет вам поставим без проблем, хотите целый, хотите не целый, восстановим вам, обслужим, получите в обслуженном виде, поедете на нем домой, будете кататься. Сейчас очень многие из других городов заказывают, да, они приходят в Москву, мы им обслуживаем, и они сейчас вот лето, вот уезжают. Вот, пишите, мои контакты, вот, ну или звоните, как хотите, WhatsApp, пожалуйста, телега, ну и не забываем, естественно, подписаться на группу в телеге, вот, наши же больше 3000 человек, 3300 уже, по-моему. Вот, там я тоже есть, пожалуйста, можете меня спросить, о чем хотите. Вот, если стесняетесь мне лично написать. Вот, ну и, кстати говоря, напомню о том, что я никому в личку не пишу, никакие мотоциклы не предлагаю, запчасти тоже не предлагаю, потому что есть мошенники, которые мной прикидываются, будьте бдительны. Все, шапку снимаю, поехали про мотоцикл. Начнем, знаете, с чего? С того, что такое Шойл, при чем тут Шойл и все такое. Вот, и еще что это значит. Вот есть интересная такая тема, вот я вам сейчас ее про нее расскажу. Вот. Ну и, собственно, про сам двигатель, про мотоцикл, про что я переделал, что там не переделал. Итак, Шойл Хэд. Вот, сменил пан Хэд. Пан Хэд. Шойл Хэд. Собственно, в 60-х годах сначала это был пан Шойл, вот, а потом он стал Шойлом. Почему же он называется Шойл Хэд? Ну, Хэд — это, понятно, голова, ну, в смысле, голова двигателя. Потому что его голова, вот, как бы, да, похожа на лопату. Вот, притом, ну, соответственно, у Pan Head она похожа на кастрюлю, а это на лопату. Притом, ну, вам, наверное, эта лопата ничего не напомнит, наверное. Вот, это лопата от камина, ребят, потому что так как это все из 60-х годов, вот, это последний мотоцикл, ну, соответственно, мотор, который имел такое вот имя народное, как у нас принято говорить в нашей стране, ну, какой-то там ласкательный. То есть двигатели Evolution, соответственно, мотоциклы Evolution уже такого народного названия не имели. Вот, соответственно, это был Knuckle, да, потом, то есть, который, естественно, тоже, опять-таки, народное. Вот, потом был Panhead, соответственно, кастрюля головой. Вот, и лопата головой. Вот, собственно, почему он так называется. Об особенностях. Блин, тут об особенностях. Я, так как это, блин, практически все разбирал, могу очень много чего рассказать. Давайте, наверное, блин, я даже не знаю, с чего начать-то, блин. Тут начать надо со всего вообще. Ну, соответственно, мотоцикл был вот таким. Вот, когда я его покупал. Вот, а сейчас он вот такой. Вот, выбрал я место возле болота. Вот, такое красивое. Вот, правда, машин есть иногда. Ну, почему-то вот я вот сейчас решил вот так выбрать. Рама, соответственно, была кривая. Ее правили. Вот, что, вилка в хлам. Это, значит, давайте начнем, да, спереда. Вилка от Спорстера обычного. Купленные, соответственно, целиком ноги. Вот, траверсы от Спорстера. Колесо... ну, просто я купил отдельно обод, отдельно спицы, отдельно ступицу, отдельно резину, отдельно, короче, блин, камеру, все это дело, соответственно, собрано. Вот, тормозной диск тоже от Спорстера. И суппорт передний у меня просто был. Был от Софтейла, собственно, да, то есть я просто там его поменял, а это как бы поставил сюда. Вот, собственно, что у нас с передом. Стойки, ну я поменяю потом, они сейчас пока такие. Вот это вот было тоже сломано, я просто поставил оригинал. Вот такой я, правда, еще не зачистил, но как бы да. Руль тоже, соответственно, новый. Вот, ручки тоже куплены. Вот такие, вот. Это пока так поставил, как мне так просто так удобно. Машинка тормозная от Спорстера. Пока не стал тоже заморачиваться, и как бы тормозит, как бы меня, в принципе, пока устраивает. Рычаг переделанный
там должен быть другой, соответственно, трос сцепления другой. Вот, ну и как бы зеркало и зеркало. Там у меня такой же на софтере стоит. Вот, собственно, что. А впереди вот это вот у нас от Спорстера каких-то 80-х годов. Вот я купил просто для красоты. Так, теперь дальше. Что я еще поменял? Ну, соответственно, карбюратор вот поставлен. S&S. Долго я как бы сопротивлялся. Это отдельная история. Про него можно написать книгу, снять много фильмов многосерийных, как это было. Лучше спросите меня, и я расскажу, как он здесь оказался. Это отдельная история. Да. Стоит он на манифолде S&S, который вот буквально недавно мне пришел. До этого у меня был такой полукохозный вариант, который стоял как бы на родном. Просто очень тяжелый карбюратор для этого манифолда. Внимание, если когда-нибудь кто-нибудь решит купить такой мотоцикл, а уделяйте большое внимание манифолду. Вот эти вот резинки, да, то есть это все это дело сползает под тяжестью карбюратора. Вот в те далекие времена, когда он к головам не крепился. Вот, поэтому надо как бы, ну, сделать так, чтобы он не сползал. Здесь поставлены в данном случае колхозные мои два крепления снизу сверху. Они уже куплены нормальные, едут уже. Верхний приехал, просто пока не поставил. Вместе с нижним поставлю. Соответственно, он крепится к верхней голове и к низу болту картера. Там. Поэтому он просто вот вообще никак не шатается, ничего с ним не происходит, никуда он не сползает. Потому что это очень важная штуковина. Если тут будет подсос воздуха, я вот с этим, собственно, да, боролся долго, потому что он сползал. То есть вы его не заведете. Или будет заводиться хреново, или, короче, ну, сами знаете, что такое подсос. Если не знаете, спросите меня, давлечь, что такое. Вот, собственно, про карбюратор. А это вот я в Америке купил. Ну, я считаю, что, не знаю, прикольно. Да, он соответствует. Отдельно расскажу про ощущение от шовела. Ну, датчик давления масла. Это, соответственно, пока так поставил, не очень понимаю, для чего она нужна, честно вам скажу. Вот это привалка. То есть сюда, это здесь нижняя вентиляция картера, то есть, соответственно, он вентилируется внизу и плюет его на пол. Вот, соответственно, он плюет типа сюда. Вот, но чуть-чуть плюет он очень мало, честно говоря. Вот я понимаю, что просто масло сходит в картер, вот, особенно зимой, да, и вот отсюда должно как бы достаточно много выплюнуть. Очень мало, поэтому, в принципе, не очень понимаю, для чего она нужна, ну, как бы вот. А форварды, здесь были мидлы, вот здесь вот стоял, я, естественно, на мидлах ездить не могу, поэтому представлю на форварды. Форварды Mada in Taiwan, кстати говоря, вот интересно, да, то есть вот резиночки, всего-то ничего. Mada in Taiwan, она уже вот, так сказать, такой интересный вид. А это не родной бачок, это копия родного бачка. Называется эта компания Wagner, которая выпускала такие бачки. Я просто, ну, не смог мимо пройти. Такая здоровая гайка. Это, конечно, для меня, конечно, ну, это чудо, конечно, какое-то. Зимой буду что-то с этим думать. Вот, пока вроде как по нему устраивает. Магистраль новая, соответственно, сделана здесь на заказ в Москве. Лапку я поставил удлинитель, потому что из-за воздушного фильтра, соответственно, нога вот где-то вот здесь находится, в принципе, удобно. Фара от Softail, ребят. Вот, она даже еще коснута. Вот, вот, от Softail осталась. Фиг знает, сколько времени лежало, вот как раз пригодилось. Не устали от описания мотоцикла? Рассказываю дальше. Штанги и, соответственно, гидрокомпенсаторы, ну и, соответственно, да, колодцы гидрокомпенсаторов S&S поменены оригинальные вот на это. Почему они поменены? Потому что оригинальные выглядят вот так, вот они с двух частей, в общем, подгремливают, вот, и по отзывам пользователей шовелов, ну, в общем-то, не особо долго ходит, но, в общем, я решил их поменять, едет он после этого абсолютно мягко, прям вот кобзец. Вот, что еще спереди? Ну, у меня тулбокс, ну, соответственно, для инструментов. Радиатор. Ну, это тут радиатор, я не буду это... Это, соответственно, чехол, чтобы просто сейчас достаточно холодно, чтобы это все дело не охлаждалось слишком сильно. Потому что, ну, он нормально работает, в общем, я относительно доволен. Бак – это третий бензобак, ребята, который мне понравился. Вот, что такое... Вот внешний вид шовела. Вот теперь. Теперь это выглядит вот так. В принципе, я считаю, что это больше японская модель чопера, чем американская. Ну, мне как бы нравится. То есть, отдельно. Я не стал его сухарить. Мне, в принципе, и так все это дело устраивает. Вот. По внешнему виду крыло родное пиленое.
Вот, ну, как бы, да, давайте лучше сначала я, как бы, тут, блин, рассказывать, начать и кончить, как бы. Коробка оригинальная, четырехступенчатая, абсолютно меня все это дело устраивает, очень прикольно. Вот, с проводкой пока вот так. Ну, что-нибудь буду думать. Скорее всего, что-нибудь я, как бы, не очень устраивает, как это дело выглядит. Педаль кикстартера была родной, стала не родной. Вот, соответственно, новую поставил, вот, потому как она, как бы, это... Эта педаль тоже не родная, тоже, как бы, отдельно куплена. Просто, ну, тут люфт был, я как бы решил, как бы, родную поменять, как бы, потому что она от времени, как бы, кукукнулась уже. Что еще? Значит, глушитель пока такой. У двигателя, соответственно, вот у него удар, видно, в голову. Чуть-чуть тут потеет, видимо, потом поменяю просто, как бы, эти головы. Либо не знаю, что, пока еще не думал, зимой. Глушитель новый, куплен пока такой, не знаю чего, как бы, мне не очень нравится, как он выглядит, либо его буду пилить, либо переделать, пока, как бы, не знаю. Здесь был удар, соответственно, у него вот этот алюминий отлетел, Максим мне заварил все это дело, я обтачивал, вот, и сделал так, чтобы, соответственно, глушитель крепился. Стоит это все дело на высокотемпературном герметосе, вот, потому как там прокладка, которая... ну, заводы, она, ну, мягко говоря, не очень. Вот, хотя это не совсем true, ну, как бы, мне нравится. Это, соответственно, тоже в Америке куплено. Крепление под замок. Замок, естественно, не оригинальный. Ну, как бы, да, замок. Че еще? Но суппорт, блин, я не смог, как бы, мимо такого пройти. Это очень прикольная штуковина. Это однопоршневой, ребята, суппорт, который размером под трех, наверное, поршневой. Вот, тормозит он, честно говоря, так себе. Вот, но из-за внешнего вида, в общем, это, конечно, полная чума. Вот, это тюнинг. Соответственно, он просто висит на одном болту, вот здесь вот. Вот, и телепается вот на кочках. Болты я поменяю, нормально купил. И вот это вот тюнинг, чтобы это не телепалось. Вот, скорее всего, маятник я буду снимать и раму, соответственно, все это дело разбирать. И отправлю Ярику. Привет, Ярик. Вот, в Тверь красить черный цвет. Ну, как бы, тоже отдельная история. Это крепление оригинальное. Это осталось одно из немногих. Это я тоже поменял, потому что родной был пиленный предыдущим владельцем. Это отдельная печальная история. Маслобак был заменен... Василий Попов. Маслобак был заменен предыдущим владельцем, остался неизменным. Ну, здесь же я его отмыл, потому что он грязный был, просто кобздец. Косы крыла сделаны на заказ в Канаде, ребята. Парень делает в Канаде, вот прислал мне офигительные совершенно косы. Очень красиво выглядит, просто родные косы крыла не повторяют загиб колеса. А они вот такие вот исторические, как бы, прямые. Очень, как бы, это все дело некрасиво. Возиться тут пришлось, ё-моё, как. Вот, то есть крыло пришлось перепиливать, делать новые отверстия, как бы, втягивать. Просто смотрите, сейчас покажу. Сзади, вот, видите, как колесо стоит? Чуть-чуть прям вот, как бы, есть, что это колесо достаточно толстое, вот, как бы, поэтому еще, как бы, такая история произошла. Пришлось вот прям подгонять, чтобы она стояла прям вот ровно, потому как по-другому оно просто цепляло, вот, проставками, как бы, догонять, вот, и прочее. То есть это, как бы, не детская такая история получилась. Это крепление для... это, сказать, это, как это объяснить, ну, чтобы не телепался, короче, этот самый сесибар, вот, сделано. Вот это Тайвань, вот он, как бы, это потеет, вот я другую заказал, пока не приехал. Бензобак, да, третье крепление бензобака, то есть, ну, крепление, да, это вот я вот делал, вот приварил вот таким вот образом, потому что мне не нравится, когда это на двух болтах, так оно, как бы, понадежнее. Здесь стоит резинка, здесь тоже стоит резинка. Если когда-нибудь будет ставить, обратите внимание, не без резинок бензобак на Харлее лучше не ставить, это полный кобзец, отвалится. Вот, крышка оригинал, ура! Вот, теперь что, седло, седло сделано мной. В общем, сделано все, кроме, соответственно, обтягивания. Обтянул Леша Балу. Привет, Леша. Я сделал под свою посадку. Долго это все дело подгонял. Вот так как это уже какое там третье седло, которое я сам делаю. Поэтому это было чуть попроще. Но за него примерно 2 дня. Основа железная. Почему так сделано? Потому что, ну, во-первых, пластик мне как бы надоел. Это я прошлое делал, как бы, из... смолы, это дикая жопа. Значит, здесь просто оригинальное седло, оно идет вот так, вот здесь вот дырка. Здесь вот исторически должны быть
предохранители. И поэтому, ну, как на мой взгляд, очень некрасиво. Поэтому я сделал здесь, подогнул, подварил, чтобы оно вот подходило вот под раму вот таким вот образом. Вот заднее крепление пока вот так как бы не доделал еще. Вот. Сиси-бар. Сиси-бар. Вот такой вот. Очень, кстати говоря, оказался пружинно. Вот, можете посмотреть. Нагруженная конструкция, вот, рекомендую. То есть вот я как бы с ним ездил, вообще как бы проблем с ним никаких нет. Изготовлен мизантропом и его женой. Вот. Не забываем жену мизантропа, которая участвует во всех этих процессах, а не только мизантроп. Ее бережливыми руками отполировано вот это вот все. Все отполировано. Это дичайший геморрой. Вот, честно вам скажу, занимался она с этим очень долго. И, думаю, плюется ужасным образом до сих пор в мою сторону. А шары, вы будете смеяться, вот эти вот, куплены в Америке, потому что в России я не нашел шаров из нержавейки. Нашел просто стальные. Ну, стальные, как бы, да, не канает. Номер пока такой стоит. В смысле, номер-то понятно, что там такой остался. Крепление номера не стал пока переделать. Просто воткнул китайское и все. Цепи, в Африке цепь, вот, она, соответственно, куплена тоже новая, звезда новая, крепление фильтра, ну, вот я так придумал, вот мне вот так вот нравится, в принципе, он достаточно очень удобно стоит, ну, и как бы красиво выглядит. Ай, со стороны-то прикольно. Вот, дальше, подушка, фу, блин, подушка, катушка, аксель, да, то есть... Ну, цвет желтый прикольный. Я его постепенно перекрашиваю. То есть у меня как происходит? Я его покрасил в какой-то однотонный цвет. Ничего более умного пока не пришло, как красный. И сейчас буду постепенно его перекрашивать. Бак буду зимой перекрашивать. Поэтому это не черный мотоцикл, просто вот такая вот тема. Это все перебиралось, если кто помнит, всю коробку, все дело разбиралось. Она стоит вон на платформе, которая двигается. И, соответственно, сухая первичка у нас натягивается движением коробки туда-сюда. И сухое сцепление, оно было сухим. Вот, единственное, что я его просто поменял. Очень удобно его. Можно посмотреть, насколько ход. Вот. Очень удобная штука, очень мне нравится, очень прикольно. Вот. Эту тарелку я тоже новую купил, пружину тоже новую купил. Это тоже новый, как бы. Вот. Единственный вот болт регулировки сцепления. Старый, наверное, тоже его поменяю. В общем, как говорил Артур, кто не помнит Артура, вот Артур. Вот. Если у тебя шовел, меняй все. Это очень хороший принцип. Вот, всем рекомендую. Это, соответственно, тоже куплено в Америке. Это защита, собственно, генератора, да, так сказать, от вот этого говна, который летит с дороги. В общем-то, и, в принципе, его достаточно. Это, соответственно, форварды, они, ну, как и с той стороны, поменены. А вот на вот эту вот конструкцию, в принципе, нормально работает, претензий нет. Трос куплен, это 70-х годов трос, ребят, родной. Вот новый старый трос, куплен как бы какой-то там конторы, которая больше не существует. Просто такой длины на такой руль, вот, честно говоря, такой только нашел, в принципе, меня устраивает. Это я допиливал, потому что это Китай. Вот здесь вот стоит вот у нас шайбочки, вот, потому что по-другому нормально не стало. Подножка. Подножка заменена, потому что предыдущая гнутая, ребята. То есть он, видимо, стоял где-то, кстати говоря, на мотоцикл, дико вонял навозом. Видимо, долго стоял в коровнике. Вот, и на нем что-то лежало, и погнулась подножка. Это тюнинг. Реле регулятор тоже заменено. Ну и, соответственно, здесь я покупал бак уже такой, соответственно, с этим вот... как это назвать-то, туннелем под кран, кран, пингель, лучше пингеля ничего нету, вот, пока меня не нашел. А это вот у меня талисман вот такой, вот, это дебильный заяц, вот, я как бы набрал дебильный заяц, вот у меня выскочил вот такой вот, ничего более дебильного, какой красивый сибар-то, ничего более дебильного не нашел. Сибар, по моему эскизу, с доработками мизантропа, так вот сказать, а он асимметричный, вот, и меня как бы вот прикалывает. Резина Firestone. Стоит она 200 баксов в Америке. Так, к слову, как бы. Вот такой вот рассказ о мотоцикле получился. Вот. Работы тут непочатый край был, честно говоря. То есть заменено, ну, не все, но почти все. То есть, да, вплоть до шайб, болтов, это прочего вот такого безобразия. И будет еще дальше замена. То есть это, ну, работа такая на... года. Ну, мне нравится, я как бы очень доволен. Теперь, наверное, ну, для меня, хрен знает, короче, блин, короче, теперь о том, как оно едет.
очень сложно было описать, и, наверное, до сих пор в двух словах я не смогу описать, как это действительно при езде себя ведет, но попробуем ассоциативно представить такую картину. Значит, коленвал на шовеле тяжелее Evolution, ну, твинкам, естественно, тоже, и вы, когда едете на этом мотоцикле, вы чувствуете вращение коленвала. То есть он очень мягко, ну, представьте, подшипник такой очень большой, он крутится, такой прям очень тяжелый, вы чувствуете тяжесть этого мотоцикла, коленвала. И в определенных точках срабатывают клапана, то есть такое, то есть само вращение, оно очень мягкое, самого вот этого вот большого подшипника. А клапана срабатывают, соответственно, совершенно не мягко. Но в определенных оборотах, я могу только сказать, достаточно мягко, я так могу сказать. Вот так пусть будет. И вот вы чувствуете вот это вот очень... Представьте, да, вот такие, да, отлично, вот подшипник, очень большой подшипник, который так вот вращается. Вот так вот это все дело происходит. То есть вы прям чувствуете здесь все, вот как это все дело работает. И на определенных моторах это становится прям очень жестко. Очень жестко крутится коленвал, очень жестко, соответственно, срабатывают клапана. Поправьте меня, технари, по поводу клапанов, ну, как бы, то есть поршни какие-то срабатывают. Вот клапана действительно чувствуется, реально, как вот так вот все это срабатывает. И этот мотоцикл жестко мягкий. То есть он, с одной стороны, очень мягко едет, с другой стороны, очень жестко его за этой тяжестью этого всего дела и, как бы, достаточно таких жестких ебков этого, как бы, ну, то есть при работе самого двигателя. Вот такой вот нонсенс. Плюс коробка передач четырехступенчатая. Ну, она, конечно, не похожа на пятиступенчатые по работе. Ну, во-первых, мне абсолютно хватает четырех ступеней, как бы, вот так вот. Они более длинно переключаются, вот как бы там махать там как бы ногой. Вот, соответственно, рукой, наверное, даже удобнее. Я вот думаю, поставить мне свой садл клатч или нет. Вот, но сама коробка имеет дополнительную вибрацию к двигателю. Вот, то есть она не просто есть... Вот, и переключается. Она сама все жужжит. Очень, соответственно, большие шестерни, такое все большое. Вот, и она имеет свой такой колорит. Плюс работа сухого сцепления, вот, она тоже, так сказать, накладывает отпечаток. То есть она, как бы, ну, в пробке я очень часто ставлю на сцепление. Окружающие, в общем, это не очень радует. Они не понимают, что происходит. Видишь, что-то сломалось, потому что оно как бы жужжит. Вот, ну и само сцепление, оно как бы грубое. То есть, в принципе, можно сказать так. Это мотоцикл очень-очень грубый, то есть относительно современный, прям грубая такая железная херня, но при этом он очень мягкий. Вот поэтому очень сложно это описать, и, честно говоря, слезть с этого мотоцикла тоже очень сложно. Поездил, опять хочется опять ездить. Вот из-за этого, собственно, изначально-то я его купил. Потому что само ощущение от работы этого мотоцикла очень прикольно, очень грубая такая вот штуковина. В отличие от Evolution, которого в нем нет такого количества вот вокруг вот этих вот юбков, вот, какого количества вот каких-то действий. То есть там как бы все это дело, колено легче, все как бы ну, более это, приглажено, что ли. То есть это современный мотор относительно вот этого. Я поездил тут на Кинге, как бы, после этого. Во-первых, как бы, ну, этот, естественно, это 1.2, ребята. То есть 1.2, потеря в переднем цилиндре, соответственно, 30%, в заднем 20%. Пробег у этого мотоцикла, то есть это примерно где-то 180, там, 3000, там, километров на данный момент. Ну, примерно, судя по состоянию, как бы, цилиндров внутри, примерно, вот, ну, как бы, знающие люди сказали, что оно очень похоже на всю эту картину. То есть, в принципе, как бы, компрессии, как бы, прочего хватает. Кстати говоря, вот по поводу шовел течет, вы тут вот что-нибудь видите, вот я сколько вот говорю, ничего, никаких ни подтеков, ничего нет. Так, к слову просто. Когда очень долго едешь, да, то есть вот, соответственно, нижняя вентиляция карты, вот здесь вот появляется вот такая какая-то накипь. Вот, масло. Больше, собственно, наверное, ничего. Вот, вот такая вот картина. То есть я очень доволен этим мотоциклом. То есть это вот прям... Вот доволен, прям доволен. То есть вот полная как бы чума. Вот, то есть я искал долго вот такой вот еще грубый мотоцикл, потому что я не хочу все время ездить на софтыль, на одном мотоцикле. Во-первых, когда ты едешь все время на одном мотоцикле, его надо чаще обслуживать. То есть, ну, с моими пробегами там в год там 20 чем-то тысяч километров. Вот, а когда ты едешь на разных мотоциклах, это обслуживание меньше. Такой вот большой секрет. Ну, правда, я переделал тут как бы до хрена. Ну, короче, мне нравится вот так вот. Такая вот жизнь. Не призываю вас вести вот такой вот образ жизни, вот, покупать такие мотоциклы, потому что, ну, или точнее так вот. Если вы решили купить такой мотоцикл, давайте вот так вот.
Что вам грозит в этом случае? Думать, что вы купили такой мотоцикл, мы привозили дважды, как бы, Шовел, да, то есть из Америки. Один человек вообще пропал куда-то, не знаю, что с ним, как бы, документы ему сделали, больше не знаю, чего. Вот, другому привозили, он там решил его переделывать, но это как бы отдельный разговор. Если вы вдруг решили купить такой мотоцикл, я считаю, что без самоковыряния это бесполезное занятие. То есть отдать куда-то, чтобы вам его сделали, ну, можно. Но, во-первых, он там будет все время стоять, потому что надо, как бы, будет делать дофига. Во-вторых, будет очень дорого, потому что, ну, возня запчастями, как бы по месту надо все это дело подбирать, как бы все это дело покупать. Под него есть все, вот сразу могу сказать. Все, все, что как бы внутри, снаружи, новое, старое, какое хотите, там, как бы тюнинг, вот все что угодно. Пошел, есть в Америке что угодно. Это ездовой абсолютно, как бы, мотоцикл. То есть это не то, что вы купили там Honda 80-х годов и как бы все. То есть и потом на помойках ищите под него запчасти. Нет, здесь что угодно есть. Как бы проблем из Америки запчасти привезти тоже нет, ну, как бы... Вот, поэтому, ну, как бы, проблем с восстановлением, как бы, и ремонтом этого мотоцикла нет. Мне многие спрашивают, а сколько большое значит восстановление? Восстановление – это восстановление в сток, ребята. Я не восстанавливал этот мотоцикл в сток. Мне это было абсолютно неинтересно. Вот, я, как бы, его изначально покупал, мне поэтому, как бы, битый был как раз окей. Потому что я его все равно собирался переделывать. Вот, поэтому это мотоцикл не восстановленный сток. И восстановить его в сток было как раз очень дешево. Вот, реально. То есть можно было, как бы, ну, там вилку просто надо было менять. Это, собственно, относится к любому мотоциклу, который вот мы привозим из Америки. Ну, большинство мотоциклов, когда меня спрашивают, просто если он не гнутый, вот такой, как вот, как, собственно, да, то есть вот этот был, то есть у него и рама была гнутая, там, и перья, а, ну да, раму надо было выпрямить, да, то есть никак нельзя было на нем сразу поехать. Большинство мотоциклов можно поменять аккумулятор и сразу ездить, просто это ваше отношение к мотоциклу, вы так хотите вот жить, вот я как бы нет, вот я люблю свой мотоцикл, я там что-то на нем меняю, мне так нравится, а не я пытаюсь сэкономить на нем и поменять и похуже, поменьше, узнать сколько точно, чтобы потратить деньги на что-то другое. Вот тут такая вот история. Поэтому если вам не нравится свой мотоцикл или заранее вам не нравится, то можно купить скутер, как бы. То есть, поэтому если вы задумали покупать такую технику, то приготовьтесь к тому, что надо будет менять все, ну, просто все вообще, то есть, потому что, извините, технике больше 40 лет, вот, и за это время в нем был не один владелец, который что-то там сделал. Здесь, кстати, забыл, это полная чума. Значит, предыдущий владелец или владелец, я не знаю кто, пересадил его на ремень. Это, ну, полный, блин, бред вообще, конечно. В итоге мне пришлось купить новое колесо, собственно, родное, потому что ступица Шовела меньше, уже, соответственно, чем ступица Эволюшена, колесо от которого здесь стоял. Кстати, вот есть колесо от Эволюшена, продаю 12 тысяч рублей. С резиной. Резин, кстати, нормальный. Ремень перетерся, вот, и перетер, ну, тут крепление коробки, такая вот стоит. Вот он его тут перетер, вот я, соответственно, менял. Ну, тут такая, ну, как бы с подшипничком такая история, как бы очень простая. Вот, но дело не в этом. То есть, как бы, черт на что изуродовал все это дело. И более того, его невозможно было, ну, поставить, да, по-человечески. Он просто взял эту Эволюшену, поставил сзади ремень. Вот я понимаю, что цепь не самая лучшая история, но зато аутентичная, едет грубо, вот прям, как бы, как мне нравится. Вот. Теперь еще, кстати говоря, по поводу скорости. Быстро на этом мотоцикле ездить не хочется вообще. В принципе, он едет, ну, соответственно, Беларусь обратно я съездил, это там сколько там, тысяч километров, там, две с чем-то. И еще один мини-дальничок такой сделал там, до Рязани обратно. Ну, в среднем где-то так же, как на Эволюшене. То есть 95, там, 100 километров в час, как бы больше на нем, как бы, ну, совершенно никакого желания ехать нет. Единственное, ну, может быть, чуть-чуть помедленнее, потому что вот из-за вот этого убийного колена, но вот эти вот ощущения вот прям жести, как на Эволюшене, они наступают чуть пораньше. Вот чуть-чуть помедленнее, может, разгоняется, все-таки 1.2, вот, и у него все-таки, ну, как бы, да, пробег как бы побольше, вот, все это как бы износ, да, то есть поэтому он как бы похуже разгоняется. Но сказать, что мне этого не хватает, вообще никак не могу. То есть и фуру могу обогнать, то есть на дороге себя чувствую абсолютно уверенно, вообще как бы абсолютно без проблем. Вот, сцеплением чуть больше надо махать, соответственно, не быстро, как бы, там, переключать скорости прям вот так вот, как бы, вот так вот, ну, соответственно, 5-ступенчатый, 6-ступенчатый, там, вот так, тик-тик-тик, прям здесь вот, тык, тык, вот так вот, то есть за счет этого прям очень быстро, ну, здесь приспособиться можно, но я считаю, что на, вот на 4-ступенчатый все-таки из-за вот этого вот шага чуть медленной скорости переключается, то есть, ну, или при каких-то там ускорениях, ну, в среднем, ну, я повторюсь, у меня есть видео про какой у тебя крейсер,
я вот езжу вот по таким второстепенным дорогам, да, то есть и здесь вот гонять там 150, ну, не знаю, если у вас только спортбайк какой-нибудь, то есть, на мой взгляд, никакого смысла не имеет. Вот поэтому что так, что сяк, то есть вот, ну, я все равно еду примерно с одинаковой скоростью. То есть для меня скоростной режим тут не поменялся, он стал более грубый. Вот, вот такая вот история про шовел на данный момент. Вот. Дальше собираюсь еще на нем в один дальничок скатать. Может быть, еще, кстати, на один дальничок. Фиг узнает. Или на софтель поеду. Пока не знаю. Вот. Но вот, вот история вот такая. Не забываем подписаться на канал, естественно. Вот. Поставить лайки. Прокомментировать это все дело. То есть, ну, куда денетесь, да. То есть, все равно смотрите, да. То есть, если смотрите, ну, подпишитесь, блин, в конце концов. Да. Все. The end. Че забыл? С мотоцикла убран стартер вообще. Почему он убран? Потому что с кикстартера он заводится очень просто. Смысла от стартера на этом мотоцикле нет вообще. Чуть-чуть, как бы, утром, ну, вот надо что-то там поделать. Вот, а так он заводится прям чпык и поехал. Были проблемы с этим, да. То есть я долго искал, почему. Вот могу вам, кстати говоря, поделиться. Да. Манифолд. Потеря, соответственно, ну, воздуха подсос, да, то есть был, поэтому, ну, он заводился как бы хреновато, вот, и надо было с этим что-то делать, вот, поэтому это первое, что надо решать, это подсос воздуха. Если подсоса воздуха нет, свечи, кстати говоря, абсолютно рыжие на нем, едет как бы все окей, вот, то есть, ну, из-за вот этого подсоса воздуха была прям реальная проблема с заводом, то есть вот прям заколебывался его заводить, вот, потому что он съезжал, просто сам съезжал вот этот манифолд, чуть-чуть прям буквально, вот, и поймав вот этот момент, вот, понял, что с этим делать, и сейчас-то вообще уже как бы все окей, то есть стоит как бы родной манифолд S&S, вот, а так до этого была как бы жопа, вот, пока история такая, ну, все, у меня сдох аккумулятор, ребят. То есть, вот, поставил аккумулятор от авто, вот, и доехал себе до дома без проблем, потому что стартера-то нет, вот, можно на маленьких, как бы, проводочках любой аккумулятор поставить, хоть, блин, от принтера, вот, по сути, фартук выключить, вот, и все, этого будет достаточно. Вот такой вот прикольный мотоцикл. Решил такую приписочку сделать небольшую. Harley Davidson мотоциклы дарит кайф определенный. Ну, такая вот наркотическая тема. Как сказал один блогер, хорошо. На заводе Harley Davidson что-то подмешивают в свои мотоциклы. Добавить не могу. Жопа в том, что объяснить это очень сложно, пока вы на них не поездили. Понимаете, в чем дело? Я вот сколько вот роликов записываю, сколько вот клиентов у меня их послушало, купили мотоциклы и говорят, что вот, я теперь понимаю, о чем ты говоришь. Дело в том, что, ну, когда ты просто едешь на мотоцикле, это кайф от езды. То есть... Ну, ты можешь закладывать поворот, у тебя есть ветер, бла-бла-бла. А мотоциклы Harley Davidson создают кайф еще от работы механизмов, от звуков, понимаете, от звука выхлопа. Это не похоже ни на что. Гарантию вам говорю, даю. Я на чем только не ездил, ребят. Это не похоже ни на что. Вот Шовел дает свой определенный грубый такой кайф такой. Вот. Мне вот он как бы по душе, я бы так сказал. Evolution другой кайф дает. Как бы такой более, так сказать... Зюбодеробильнее. Есть как бы другое. Описать реально, сравнивать, это абсолютно бесполезное занятие. Твинкамы едут тоже совершенно по-другому. Вот, кстати говоря, можете послушать как раз... Да, наверное, больше всего подходит. Тут вот клиент у меня как раз... Мы ему фатбок переделывали в карбюратор. И вот он доехал до Оренбургской области из Москвы. Вот послушайте, что он говорит. На мой взгляд, очень эмоционально, но... Похоже, что я имею в виду. Привет, дядя Андрей. Ты чё мне подогнал, а? Я как на нем прокатнусь, я весь мир любить начинаю. Я понял, ты драг-дилер, ты наркотой барыжишь. Это вообще это непередаваемое ощущение. Сейчас ездил техосмотр на нем проходить. Все прошел нормально, слез с него. Я всех люблю, я всех уважаю, никакой агрессии нету. Но это что-то с чем-то. Большинство клиентов, ну... Практически все, так скажем, которые получают вот так вот мотоцикл, на них вот проехали, говорят примерно вот похожие какие-то слова или в определенной эмоциональной какой-то окраске.